как я впервые побывала на кулинарном мастер-классе в студии Юлии Высоцкой. Нам показывали, как готовить, давали некоторые советы, которые мы можем использовать также и дома. Специй продуктов было предостаточно, что позволяло сделать все на свой вкус. Конечно же, не обошлось без подъедания во время самого процесса готовки, не без этого. Вы готовите все вместе с группой, если у вас что-то не получается, вам спокойно помогут. Тут вы можете увидеть, что у меня в итоге получилось, и в общем, мне все очень понравилось.